Итак, здравствуйте, любители игры РПБокса. Я вас приветствую на Центральном округе и решил для вас сделать объявление. Давайте-ка завтра, суббота. Завтра у нас суббота. Вот, завтра суббота у нас получается, 4 мая. И мы с вами сделаем розыгрыш машинки. У меня есть машинка здесь. Вот. И сделаем розыгрыш вот этой вот машинки. Будем проводить розыгрыш, ребята, будем проводить розыгрыш вот здесь вот. Вот. Это горки, ну, бэушка. Старая бэушка, она вот здесь вот у нас. Вот она, старая бэушка. А новая вот. Не забывайте, 18:00 завтра, 4 мая. В горках будет у нас розыгрыш. 18:00 по Москве. Вот так вот сделаем. Сделаем так. Придет один человек, подарю ему и все, без всякого розыгрыша. Если даже один, если придет. Это будет проще. Но. Мне она не нужна. В гос сливать тоже жалко. Но. В принципе, машина-то неплохая она. Так-то можно прокатиться даже на ней, посмотреть. Машина фуловая. Сам фулил я ее. Ну, по крайней мере, до конца добивал ее. Ну, я не знаю, как она полетит, не полетит. Скорость маловато, ну, посмотрим. Пойдет. Блин. Ай. Текать, текать надо скорее. Не взорвалась. Ну ладно. Короче, будем разыгрывать, ребята, вот эту вот машинку. Ее мы разыграем. Так что приходите и выигрывайте. Все, спасибо, ребята, всем. До встречи.